Большинство препаратов от псориаза – это фактически обыкновенные средства от чесотки. Они могут облегчить симптомы, но от бляшек они не избавляют, несмотря на то, что в лабораторных условиях демонстрируют впечатляющие результаты. Почему так происходит? Весь секрет в скорости химической реакции. Высвобожденные активные компоненты действуют недолго. Да, в лаборатории средство может еще и работает, но пока оно пройдет все этапы производства, доставку в аптеку и дойдет до человека, средство уже не будет действовать, либо будет действовать на какие-то 20% от изначального эффекта. Поэтому Лаверикс – это настоящий прорыв в лечении псориаза. Человек сразу же наносит на область поражения средство с высвобожденными действующими веществами, и препарат работает на все 100%. Таким образом, воспаление быстро останавливается, бляшки проходят, эпидермис восстанавливается, и человек может жить нормальной жизнью, не стесняясь своей кожи. Человек буквально забывает о том, что у него псориаз. Благодаря инновационной интегральной совместимости биоактивных компонентов, Лаверикс за 5 дней останавливает обострение болезни, снимает зуд, покраснение и шелушение. За 10 дней возвращает коже эстетический вид, избавляет от воспалений, припухлостей и повышенной сухости. За 20 дней предотвращает рецидив воспаления, нормализует цвет, укрепляет волокна и повышает эластичность кожи. Заказать препарат направленного действия Лаверикс можно по ссылке в описании. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкет.